Так, представляем вам запасные части для торкрет установки Alliva 260. Здесь представлены плиты резиновые, верхние и нижние, которые являются основным расходным материалом при торкретировании. И стальная плита, которая устанавливается на барабан дозирующий. Самое что удачное в этом, что эти плиты полностью подходят для таких торкрет установок китайского производства, как ПЗ5, МПГ6. Причем подходят идеально. Также в нашем ассортименте огромное количество вообще запчастей для торкретирования, для торкрет установок. В частности, для одних из самых ходовых и популярных известных торкрет установок, как Alliva 237. Также диски верхний и нижний и стальной диск, который устанавливается на дозирующий барабан. Кто может не знает, но Alliva 237 является 100% аналогом Alliva 246. Соответственно, эти запчасти все взаимозаменяемы.